Анонс и точка выхода 4-й серии турецкого сериала «Запах сундука». 4-я серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. Ранее в сериале мы увидели Фелис, которая ругается на дочь. Она спрашивает у нее, понимает ли та вообще, что ей довелось испытать. Корсу вздыхает и старается не срываться на мать. Но когда женщина хватает ее и говорит, что пока ее не было, ей казалось, что все внутри нее умирает, что и она сама умирает. И Корсу срывается на мать, крича о том, что она тоже действительно от всего этого умерла. Но женщина никак не реагирует на ее слова. Она винит дочь в том, что произошло. Говорит, что она просто обиделась и ушла. Корсу обвиняет мать в том, что именно из-за нее, из-за того, что она потеряла ее, мальчика, вся ее жизнь пошла под откос. Фелис называет все это бредом. Но Корсу не собирается быть слабой. Она поднимается, нависая над женщиной, и кричит, что та ее обманула. Она заставляет мать почувствовать вину, говоря, что женщина научила ее не доверять никому, даже собственной матери. Она пытается достучаться до нее, спрашивая, понимает ли мать, какой тяжелый и болезненный урок она ей преподнесла. Фелис старается закончить этот разговор. Она говорит, что ребенок вернулся, что случилось настоящее чудо, и семья снова вместе, и что им стоит позабыть все обиды друг на друга и начать снова быть вместе, снова стать одной большой любящей семьей. Риха говорит, что больше никому он не позволит забрать у него детей. В телефонном разговоре Корсу говорит мужчине, что она не собирается возвращаться к Адану. Корсу замечает машину во дворе. Когда она выходит, то видит Реху с большим букетом цветов. Она немного растеряна от этого. 4-я серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.